Здравствуйте, пишу обзор на гитару Yamaha SL700S, серийный номер 001172. Слушаем звук, бридж. Beep, 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 beep.
В общем, на гитаре присутствуют также отсечки. Вот. Послушаем, в общем, на чистом их. Ну, в общем, бридж. Полный хамбакер. Отсечка. Две отсечки. Расширяющие возможности инструментов, вполне приемлемая, используемая вещь на подкладах и так далее. То есть что-то наподобие стратокастера, скорее всего, ну, в пачке прозвучит. Вот такой инструмент. Это высокая серия, то есть SL-700. То есть это выше, по-моему, они не выпускали. То есть здесь все звучит крайне достойно. Вот дерево просушено, сразу слышно, то есть все как бы ведет себя резонанс большой от дерева, сустейн огромный, в принципе все сами слышали. То есть кому нужна бюджетная копия Les Paul'а, то есть этот вариант я бы рассмотрел в первую очередь. Состояние, как видите, для 80-го года очень хорошее. Я бы сказал, даже отличное. Вот, новый владелец не разочаруется. До свидания.